Друзья, в продаже у нас появился Volkswagen Polo 2018 года. Автомобиль на бензиновом двигателе объемом 1,6 литра, 110 лошадиных сил. На механической коробке передач на переднем приводе. Имеет оригинальный ПТС, два владельца. Авто приобреталось у официального дилера в хорошем состоянии, как технически, так и косметически. Имеются парктроники в круг автомобиля, повторители на зеркалах. Камера заднего вида. Внутри у нас 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с обогревом зеркал. Мультируль. Штатная мультимедиа с экраном. Подогревы передних кресел, обогрев заднего стекла. Климат-контроль. Тканевый салон в идеальном состоянии. Сзади у нас 3 места. Автомобиль в хорошем состоянии, дилерский, оригинал ПТС, всего два владельца на механике.